Появление клопов – это худший кошмар всех людей, которые живут в собственных квартирах или же домах. Конечно же, для борьбы с ними можно прибегнуть к помощи всевозможных химикатов, которыми пользуются специальные мастера. Таким образом можно сократить свои расходы, однако это не совсем верный выход. Во-первых, химикаты могут быть ядовитыми для проживающих в помещении людей, где появились клопы. Во-вторых, риск неправильного использования препаратов очень велик. Именно поэтому имеет смысл обратиться к народным методам борьбы. Первым из них становится уксус. Как правило, его не применяют в чистом виде, а делают на его основе специальные растворы. Однако, большей популярностью пользуются средства, приготовленные хозяином квартиры на основе керосина и скипидара. Например, керосину добавляется нафталин, и полученным средством следует обработать все уголки деревянной мебели, полы, плинтуса и другие места, где могут прятаться вредители. Важно, что подобное средство не нанесет никакого вреда мебели, так что использовать его можно со спокойным сердцем. Но вот насчет мягкой мебели следует быть более осторожным. Указанный способ не подойдет для обработки такого типа мебели. Для тканевых поверхностей следует использовать раствор денатурата, это технический спирт. Помимо этого, можно прибегнуть к помощи все той же уксусной кислоты или же этилового спирта. Рецепт прост. 5 грамм нафталина нужно растворить в этиловом спирте или же в техническом. После этого нужно обработать мягкую мебель немного смоченными в растворе салфетками.